Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. Сегодня вашему вниманию будет представлен мастер-класс по изготовлению мыла ягоды. Для этого нам понадобится форма 3D ягоды. Выглядит она вот так вот. Состоит она из клубники, вишни, ежевики, малины и ореха. Также нам необходима будет основа. Я изначально разделила ее в несколько стаканов, так как мы будем изготавливать сразу несколько ягод. Также нам необходимо будет красителя и отдушки. Я буду использовать отдушку малина, отдушку клубника свежая, отдушку ежевика и сладкая вишня. Из красителей я буду использовать краситель жидкий розовый, краситель жидкий клубничный и краситель жидкий черная смородина. Также нам понадобится несколько пластиковых пипеток и спиртол. Теперь растопим основу. Далее в растопленную основу мы добавляем красителя и отдушки. В первый стакан мы добавляем краситель черная смородина. Добавляем отдушку ежевика. В следующий стакан мы добавляем краситель клубничный. И добавляем отдушку клубника. И хорошенечко все перемешиваем. В следующий стакан мы добавляем краситель розовый. И добавляем отдушку малина. И в самый последний стакан мы добавляем краситель клубничный. И добавляем отдушку сладкая вишня. Теперь мы берем пипетку и начинаем заливать основу в формочку. Первая у нас будет ежевика.
Брызгиваем основу спиртолом и ждем, пока мыло полностью застынет. После того, как основа полностью застыла, мы достали ягодки из формочки. И вот у нас получилось такое яркое, красивое мыло. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, обязательно ставить лайки. До новых встреч!